Привет, меня зовут Юлия, я живу в Германии, мне 27 лет. Недавно я стала мамой, сейчас нахожусь в декрете, и я начала искать способы какого-нибудь заработка в интернете. Наткнулась на книгу Ильи Пономаренко «Пять шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля». Эта книга написана очень простым языком. Если она... Там достаточно много сленга, и если вас это смущает, это, конечно, книга не для вас. Но для меня это не было никакой проблемой. То есть достаточно юмористические примеры иногда приводятся. Она очень легко читается. Аудиоверсия, там достаточно приятный голос. Озвучивал ее автор сам. И автор вообще, я должна сказать, большой молодец, потому что он написал хорошую книгу. Он приводит очень конкретные примеры, которыми могут воспользоваться люди, живущие в Германии и, в принципе, в Европе. Я бы даже сказала, что некоторые можно даже и для России использовать, но он хорошие примеры приводит именно из немецкой системы с немецкими названиями. Это мне очень понравилось. То есть он не просто какие-то абстрактные говорит вещи, а именно конкретизирует и дает достаточно конкретные пошаговые инструкции. То есть сделай то, сделай это, получишь то. Показывает, чего достиг он, то есть он не смущается показать скриншот, например, своего счета. Достаточно откровенен автор, он дает несколько способов, как можно заработать. В принципе, для этих заработков не нужно обладать каким-то там талантом, просто нужно брать и делать. Единственное, что книга заявлена, что с нуля. Пассивный доход с нуля, но для каждого примера, который приводит автор, к сожалению, уже нужен какой-то небольшой бюджет. То есть полностью не имея денег, вы не сможете ни один из предложенных вариантов попробовать. Но с другой стороны, начинать можно с совсем маленьких сумм, поэтому ничего страшного, я думаю. Что мне еще понравилось в этой книге? Что автор не ограничился только ей, а он еще, например, делает рассылки на имейлы, если нужно, он может оказать поддержку лично, у него есть YouTube-канал, там очень много видео хороших, и как бы это целая система на самом деле, очень-очень вдохновляет, очень мотивирующая написанная книга. Я бы ее действительно порекомендовала своим знакомым, которые стоят на перепутье, которые думают, что нужно жить на одну зарплату. Нет, сейчас настало такое время, что на одну зарплату сыт не будешь. И, к сожалению, в Германии, когда подойдет пенсионный возраст, у, например, таких людей, как я, мы не проживем просто на пенсию. Нам обязательно нужны пассивные источники дохода. Без этого сейчас очень сложно будет справляться, а для будущего это просто жизненно необходимо на самом деле. И я очень рада, что существуют такие авторы, как Илья Пономаренко, которые мотивируют людей, вкладывают в голову правильные мысли насчет дохода, насчет того, что действительно нужно шевелиться, и как это сделать так, что один раз напряжешься, постараешься, создашь свою систему, а потом ты просто с нее получаешь денежку. Оттуда 5 евро, оттуда 60, оттуда 100, а в итоге сумма получается с тремя нулями. Так что очень советую прочитать или прослушать эту книгу. Она действительно того стоит. Спасибо, Илья.